Декабрь – время предвкушения праздника. Больше взрослых о чуде мечтают только дети. Подарить ребенку новогоднюю сказку можно уже сейчас. Подробнее в материале Марии Ребенковой. Сегодня состоялся запуск традиционной благотворительной акции, где любой мурманчанин может узнать желание ребенка и подарить ему чудо на Новый год. Акции «Новогоднее чудо» уже 14 лет. Она проводится для ребят из детских социальных учреждений всего региона. Более 10 тысяч мурманчан приняли участие в новогодней акции. Как говорят организаторы, стать для кого-то символом радости и надежды в период волшебства очень просто. Для этого всего лишь нужно снять открытку с елки, выполнить пожелания ребенка, затем передать подарок организаторам, которые уже в свою очередь отдадут его адресату. Вы знаете, для меня такое на самом деле тоже волшебство, потому что я редко встречаю такие акции, которые живут так долго. То есть, наверное, делать что-то 14 лет – это очень как бы сложно. Но каждый год в Мурманской области мы собираем пожелания детей, подписываем открытки, размещаем эти открытки на елках. И каждый год все мечты детей, они исполняются. То есть вне зависимости от того, там, не знаю, что происходит вокруг, не очень сейчас важно, да. Каждый год все равно мурманчане приходят, снимают открытки и дарят подарки. Мы закрываем полностью весь список подарков каждый год. Еще ни одного ребенка или там, ни одной мечты, которая была бы загадана, она не либо такого, чтобы она не исполнилась. Последние годы большую помощь в организации акции оказывает единый волонтерский центр региона. Добровольцы занимаются глобальной работой, сбором подарков в одном месте, их систематизацией и доставкой. Так получилось, что проект организовывала известная торговая сеть Мурманска. И это был год, когда у сети были проблемы, она уходила с рынка. Получалось так, что либо акцию надо продолжать, либо останавливать, как любой проект. Он должен либо перерождаться во что-то, либо останавливаться. И, конечно, мы, понимая, насколько эта акция важна и насколько она добрая, с такой хорошей отдачей и нужная и дарителю, и получателю, мы присоединились, нисколько об этом не жалеем. Чаще всего маленькие воспитанники загадывают что-то общепринятое, но такое радостное для себя. Машинку, куклу, наушники, плеер. Однако бывают и необычные пожелания. Например, в прошлом году мальчик Костя захотел сходить в кино с губернатором, а девочка Виолетта попасть на обучение в Академию телевидения. Как и полагается, в Новый год желания юных участников сбылись. Вот эти вещи, они важны. Эти вещи может сделать каждый. Купить игрушку. Там есть простые вещи. Даже есть, если интернат для детей с ограниченными возможностями. Они просят совершенно малое. Они просят мыльные пузыри, мягкую игрушку. Подростки, как правило, просят беспроводные наушники. Ничего сверхъестественного и сложного там нет. В этом году в акции появилось нововведение. Ребята сделали новогодний сувенир, который получит каждый даритель подарка. Мы хотим, чтобы люди понимали, как мы им благодарны за это. И хотим сказать им огромное спасибо вот такими небольшими сувенирами и сделанными детскими руками. В Мурманске планируется оборудовать более 10 локаций, где будут стоять елки с пожеланиями. Давайте вместе творить добро!